Зеленый цвет – это цвет вечной жизни. Красный цвет – это цвет крови, которая разносится по всему телу, энергия, здоровье, радость. А желтый цвет – это солнце, освещает пути только хорошее и стремится к светлому. Для Лидии Ивановны Кривоносовой это не просто кленовая открытка, это настоящее произведение искусства, которое она сделала своими руками. На праздник пожилого человека в клуб «Чайка» женщина приходит ежегодно. Здесь она отдыхает душой и телом. Мы получаем здесь удовольствие, вспоминаем свои детские годы, погружаемся в это и с воодушевлением работаем. Спасибо организаторам этого. Так что мне очень нравится. Люди непреклонного серебряного возраста, как они сами себя называют, сделали открытки на мастер-классе и теперь отправляются на концерт. Праздничную программу для гостей подготовили воспитанники ансамбля «Забава». Вместе с коллективом ветераны пели любимые песни и играли на народных инструментах. Концерты для ветеранов города Центр внешкольной работы проводит традиционно. Таким образом, они выражают уважение и почтение представителям старшего поколения. Молодое поколение не должно забывать пожилых людей и быть рядом с ними для того, чтобы помогать и нести радость этим людям. И в то же время получать от них ту мудрость и те знания, которые они приобрели за эти годы. Следующие праздники, посвященные декаде пожилого человека, пройдут в клубах «Мечта», «Восход» и «Здоровье». Подробнее о мероприятиях можно узнать по телефону 981-00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.